Какой необычной может быть школьная форма, показали сами школьники. Некоторые участники удивили не только самой формой, но и ее подачей. Демонстрация одежды в какой-то момент стала больше походить на шоу. Создавали свои модные коллекции сами ученики и их родители. От коричневых и черных цветов школьные модельеры в основном отказались. Например, пятая школа решила привнести в свой внешний вид цвет морской волны. Говорят, он успокаивает. А школьники 11 класса гимназии номер 25 добавили свой облик ярко-красного оттенка. Данной формой мы хотели показать разнообразность школьной формы, что школьная форма должна быть не только в строгих оттенках. Однообразная, черно-белая. Мы в этом дефиле решили представить как-то разнообразнее, добавили каких-то аксессуаров. Ярких оттенков. Как отмечают организаторы, дойти до финала будет непросто из-за строгих критериев. Чтобы форма была различна, чтобы она имела вид разный, то есть она была многофункциональна. Это и пиджаки, и жакеты, и бермуды, и брюки, и юбки, и сарафаны и так далее. Вот если эта вся многофункциональность представлена, взрослые оценивают очень высоко. Такие конкурсы-показы проходят уже второй год подряд. По словам организаторов, благодаря таким демонстрациям увеличилось количество школьников, которые стали носить форму. На сегодня их больше 60%. Денис Заикаев, Василий Пронькин, Альфа-Новости.